за блокировку. Малым штрафом наказан игрок команды СКА. Здесь Никита Гусев, его зацепили, и это Гулит, да. Разумеется, это штрафной бросок, все-таки нарушение на Гусеве было, и есть шанс у армейцев уже выйти вперед с разницей в 2 гола. И сам же Никита Гусев со своим фирменным стилем забивает 4-ю шайбу, 4-2. Сегодня во всех шайбах, абсолютно во всех, у СКА участвует этот молодой человек. Смотрите. Показывает всем видом, кто бросает, в этот же момент усаживает вратаря на щитки и сбрасывает шайбу себе чуть в сторону, затем резко бросает в верхний угол. Вратарь уже среагировать не смог. В этой ситуации, вот как я вижу, вратарь должен, опускаясь на щитки, хотя бы не опускать ловушку.